Так, ну что ж, сегодня поиграем в Scarface, пожалуй. Такая замечательная, знаменательная игра у нас. Так, что у нас за хуйня, блядь? Ну, это чисто консольная игра, короче говоря, она заточена под геймпад. И в ней крайне неудобно играть мышкой, блядь. Я вот поиграл на своей PS2, в ней удобно. Целится все охуенно, но здесь какая-то херня просто. Нажми то, нажми все, хуя моя, блядь. Какая вибрация, блядь, на клавиатуре, что ли, вибрация? Да, все. Нет, не хочу. Сразу переходим непосредственно к игре. Не знаю, будем проходить, не будем, потому что, ну, как бы игра длинная, она для одиночного, так скажем, прохождения. Вот здесь есть такая вот функция охуенная стрельбы, то есть автоим. Ты наводишься и охуенно приятно стрелять. Короче говоря, у меня инверсия еще стоит ебаная, блядь. Я вроде настраивал, но, наверное, сохранение не сами сбросились, поэтому придется перенастраивать. Вот инверсия здесь у нас стоит. Так, сенсу понижаем, наверное, или похуй. Ладно, сейчас посмотрим. Нормально. А там сзади чертила будет, я знаю, блядь. Нет, сенса что-то мне не устраивает, блядь. Так, а что это? Я ж могу с джойстика тоже играть. Ну все, заебись, короче говоря. Только меня сейчас убьют уже. Но не суть. Значит, здесь вот, в отличие от третьего драйвера, опять-таки, охуенно удобная система стрельбы, которая просто заставляет, реально. Вот реально по кайфу их уничтожать просто всех, блядь. Так, здесь я не пройду. Здесь еще режим ярости есть охуенный, блядь. В нем, правда, нету автоима, но ничего страшного. Вот очень охуенная эта игра позволяет разрядиться, да? После тяжелого рабочего дня, после стресса, так сказать, снять напряжение всех вот здесь, поубивать нахуй. В какой еще игре, собственно говоря, есть такой кайф, когда у тебя у врагов даже вон руки нахуй отлетают, отрезаются. Чистейший кайф. Так, ну здесь у нас сюжет в том, что вот по фильму мы знаем, что Тони Монтану его убивают в последней сцене. Но здесь это переработали, и типа он выжил, блядь. И сейчас ему нужно зачистить этот дом от врагов посторонних. И, соответственно, уже выстраивать свою империю, восстанавливать ее заново. Но здесь, опять-таки, все построено на продажи наркотиков, там на завоевании точек, что мне в принципе нравится, в отличие от оригинальной Vice City, где такого не было. Там, конечно, можно было недвижимость покупать, но это ни на что не влияло, блять. О, голова отлетела охуенно просто. Расчлененка, блять. Я знаю, что только в GTA 3 такое возможно было. Но в последующих GTA там уже такой жесткой расчленки нету. Но здесь она осталась. На, сука, блядь, жри, паскуда. Охуенно просто. Вот тут реально доставляет стрельба. В отличие от того же драйвера третьего. На, сука, блядь, на колени, пидорас, блядь. Особенно так приближаться к ним и кишки выпускать нахуй. Так, Enter. Что у нас здесь за катсцены? Катсцены, конечно, так себе сделаны, но не суть. Здесь геймплей сам по себе охуенен. Так, это свои, я так понимаю. Нас, сука, жри, блядь, свинец. Паскуда, блядь. Хочу вплотную подойти, чтобы, блядь, рассмотреть, как у него кишки нахуй вылетают. Так, ну вот за нами мусора уже.
гонится, но ничего страшного. Все. Благо здесь скипать можно. Так, минуту у нас тут пошли. За это время нам нужно выбраться нахуй до приезда полиции, я так понимаю. Так, здесь пополняем жизни. Здесь, в принципе, система аналогичная, как и в драйвере третьем, собственно говоря. То есть мы пополняем просто здоровье, но здесь как бы... Так, у нас уже здоровья нет, но здесь можно рейджем установить. Сейчас покажу, как, короче говоря. У нас там за каждое убийство в ярости даются... Это самое... Заебись, охуенно просто. Нам даются очки этого самого здоровья дополнительного. Ну, дополнительно, просто восстанавливаются они. Сейчас активируем. Давай, блядь, активируй. О! Просто, блядь, игра для психов. Ничего более охуенного вы не найдете нигде, блядь. Характер Тони Монтаны передает охуенная эта игра. Так, ну остается у нас 2 минуты. За эти 2 минуты нам нужно еще пересечь парк. Лабиринт, так называемый, блядь. Так. Пересекаем парк. Здесь лабиринт вот этот вот. И на этом миссия заканчивается у нас. Так, где у нас выход здесь, блядь? Сюда, да, у меня в жизни нет нихуя, ну ладно, уже все закончилось. Все, вот, короче говоря, удалось нам выбраться. Так. Ну и сейчас у нас будут миссии, посвященные, собственно говоря, продаже наркотиков. Котиков, блядь. Вот у нас все счета наши обнулились. Все, что Тони Монтана заработал своим трудом, так скажем, да, криминальным, все обнулилось. Обнулилось. Тремя месяцами спустя. Так, ладно, смотреть мы не будем. Касстена, переходим сразу к делу. Так. Ну что хочу сказать еще здесь вот. Так, нет, сохранять мы не будем, пожалуй, или сохраним. Ладно, давайте, да похуй, не будем сохранить, потому что у меня уже сейф есть, я тут поигрываю в эту игру. Иногда, блядь, у меня для этого отдельный сейф, но я вот просто на обзор я хотел сделать. Поэтому сохранять не будем. Так, как войти в машину-то, блядь? Не пизди. I'm Tony Montana, блядь, нахуй. Охуенно, вот здесь диалоги можно вести с прохожими, короче говоря. Подходишь так. Чё, сука, блядь, нахуй? Жирный пидор, блядь. Иди сюда, нахуй. Давай, блядь. Fuck you, motherfucker, bitch, блядь. Мать ебал, нахуй. Каброн ёбаный. Так, ладно. Немного поразвлекались и хорош, что называется. Так. Что у нас с управлением-то? Так, ладно, ничего менять не будем. Это просто обзор такой небольшой. Ладно, погнали. Немного просто покажу вам, что из себя представляет эта игра. Графончик сразу хочу заметить. Охуеннейший, приятный такой. В духе Майами, в духе Вайс-Сити. В принципе, хорошая замена GTA Вайс-Сити, если... В преддверии ожидания GTA 6, да? Самое время поиграть в нее. Scarface, я имею в виду. В эту игру. Потому что, ну, графон реально приятный, он хоть и не блещет там особо ничем, но. Но тем не менее, атмосфера такая солнечная, она доставляет все-таки. Нельзя не признать этот факт.
Поэтому даже чисто с эстетической точки зрения в нее поиграть стоит. Ну и по физике, я хочу сказать, ничего выдающегося по физике нет здесь. В драйвере третьем физика немного получше. Если как вот сравнение у меня пришло на ум, это как... Эта машина как утюг едет, блядь. Просто какое-то управление уж слишком ни о чемное. Так, ладно. Так, чекпоинт, замечательно. Так, нам нужно сейчас 10 тысяч долларов заработать, чтобы вернуть особняк. Что мы едем делать, соответственно. Так, ну для этого нам нужно будет получить наркотики. Пока что еще не путем завоевания, да, просто нам знакомый, я так понимаю, даст. И затем нам эти наркотики нужно будет продать барыгам, блядь. Таким путем мы будем получать свой первый, так сказать, капитал после разорения. Такс. Но если не доебываться, конечно, то физика управления машин здесь, ну, не самая плохая. Она, конечно, не похожа на физику управления в GTA. Здесь машины как бы имеют больший вес, но в то же время как-то они более черствые, что ли, по управлению. Я не знаю, вот как объяснить. Он, как утюги, короче говоря, управляются они, блядь. Другого не найдешь сравнения. Так, ну посмотрим здесь. Графончиком насладимся таким, да? Я не знаю, можно ли на яхтах ездить здесь, на кораблях. Так, ладно, поехали. Нам дали, можно видеть, 200 грамм наркотиков. И отдельный квест, это здесь реализация наркотиков. То есть от того, насколько ты успешно сможешь реализовать, столько денег ты и получишь. Для этого здесь целая система отведена, опять-таки, сейчас мы ее увидим. Кстати говоря, здесь можно музончик еще врубить. Так, где это у нас, блядь? Так, вот музончик у нас. Он здесь у нас присутствует, в отличие от GTA, и вне машины, вне транспортного средства, поэтому можно слушать музон везде, абсолютно. И музон здесь не самый плохой, там диск 80-х, но, в принципе, саундтрек фильма здесь присутствует, я так понимаю. Да и просто композиции охуенные, из различных частей GTA, кстати говоря, тоже есть. Так, как нам заехать-то сюда, блядь? Вот, блядь. Все. Так, нет. На пляж прям заедем, блядь, чтобы пешком не идти. Так, ну все, в общем-то. Сейчас будем тренироваться. Барыжить, короче говоря. Так, вот. Это просто как манекен, первый вот у нас клиент, так скажем. Система представляет из себя, значит, следующее. Нужно держать кружочек нажатым до тех пор, пока он почти не достигнет конца. Но главное, чтобы он до конца не достиг, иначе это будет провал у нас. Ну-ка попробуем, блядь. Да, с первого раза охуенчик получилось. Значит, вот у нас уже реальные барыги, нам нужно реализовать 200 грамм кокаина, используя данную систему. Но если не дожать, то меньше денег получишь. Если пережать, то вообще ничего не получишь. В принципе, в этом даже свой интерес есть.
определенно. Так, мы попробуем. Заебись. 10 тысяч получено, блядь. Так, ну все, можно возвращаться, в принципе, уже домой, потому что у нас и деньги есть, и наркота еще присутствует, поэтому поехали, блядь. Можешь, конечно, еще и реализовать, я так понимаю, но заниматься этим не будем сейчас. Ну, как можно заметить, музончик сейчас присутствует, даже я вне транспортном средстве, да? Что, собственно говоря, тоже доставляет. Так. Так. Ну, нам сейчас нужно доехать до нашего дома, особняка, мэншена. Кстати говоря, вот даже по физике могу сказать, что довольно-таки она приятная. И можно вот четко так ездить, в отличие от даже того третьего драйвера. Можно вот... чувствуешь машину более-менее как-то. Она у тебя может и плавно поворачивать, и резко поворачивать, в зависимости от твоей нужды. Чего не было у нас в третьем драйвере. Вот. Поэтому в этом плане, конечно, эта игра удалась. Охуенная замена GTA Vice City. Атмосферная игра. Как, собственно говоря, и сам фильм. И фильм охуенный, и игра тоже удалась. Поэтому всем рекомендую. Вот я не рекомендую, в принципе, никому Driver 3, но вот эту игру я рекомендую, в принципе, всем любителям жанра, так скажем. Потому что она действительно офигенная. Я вот в сингл поигрываю. То же самое время от времени. Не на канал, а просто для себя. Просто я в свое время играл, как бы. Лет так 10, может быть, назад. А может и еще больше. Но как-то я уже не помню особо там. Давно реально было, блядь. И вот пришло время, так сказать, обновить воспоминания. Так, я вот вообще... Туда ли мы едем, блин? Ну, я, в принципе, по стрелке еду. Значит, наверное, туда. Так, ну вот, мы практически добрались до местного значения. Вот он, да, наш мэншен. Здесь бандосы стоят, которым мы сейчас отслюнявим 10 косарей. Ну и дом, собственно говоря, наш возвращен. Репутация это немного возвращена. Так, ну все, в принципе. На этом, в принципе, я думаю, можно заканчивать. Я не знаю, облагается ли правом авторским эта песня, но мне похуй. Как бы я не получаю ни копейки. Монетизации у меня нету, поэтому мне похуй. Король кокаиновой империи, бля. Ну и сейчас у нас миссии по захвату будут, я так понимаю. По захвату наших точек. То есть предлагают нам оружие выбрать. Так, управление, конечно, консольное. Ну ладно, возьмем. Не понял. Как мне выбрать-то, блядь? А, во. Возьмем. Почему я патроны не могу еще взять, я не понимаю. Ну ладно, похуй, хватит, наверное, этого. Все, нормально. Опять-таки... С управлением мне все понятно.
Фак Гаспар Гомес, блядь. I have a message for Gaspar. It needs to be delivered in person. Yeah, I'll have to check with Mr. Gomez first. Так, ладно, короче говоря. Посмотрим, что из себя представляет еще одна миссия. Ну, в принципе, здесь перестрелки, миссии все тоже однообразные, но здесь кайф получаешь от перестрелок, в отличие от третьего драйвера, опять-таки, поэтому здесь миссии эти не в напряг абсолютно. Так, нам нужно, я так понимаю, куда-то здесь попасть, в какой-то этот самый холл отдаленный. Пока что можно выбирать или нет, я не знаю, оружие. Но пока что не будем рисковать, может быть... А, нет, смотри, уже стреляют в нас, блядь. Ладно, давай, выберем тогда пушечку. Так, пока что нам недоступны тяжелые особо такие вооружения, да? Пока что мы из автомата будем стрелять, но ничего. Так. Хэдшоты можно вставлять опять-таки. Но я приятней перестрелок, честно говоря, давно не видел уже, блядь, в своей жизни. Похоже, кстати говоря, на GTA, на GTA-шные перестрелки, только еще более приятные. Благодаря вот такому вот прицелу охуенному, автоиму. Здесь с джойпада прям охуенно стрелять. Прям реально кайфуешь. Вот вроде бы игра того же поколения, да, на PS2 вышла, как же драйвер 3. Но насколько они разные, насколько здесь качественно, и насколько ёбаная подделка этой драйвер 3, блядь, на коленке, ну это просто диву даешься. Так, кто там, блядь, еще? Здесь и карта, понятно, все, блядь. Куда идти, где, кто находится, блядь. Так. Ну вот я сейчас играю с геймпада, да, и как бы абсолютно никакого дискомфорта не испытываю. Так, здесь аптечка-то у нас будет, нет? Ну, конечно, все вот это вот текстурами выполнено, понятное дело. Немного так и это смотрится крипово немного, блядь. Вот это вот все, но... Надо отдать должное тому, что, в принципе, эта игра достаточно давняя уже, блядь, поэтому вопросов к ней быть не может в этом плане. Так. Можно заметить, что у нас грамм кокаина появился в кармане. Так. Я вижу там аптечка внизу. Как бы к ней добраться бы. О, аптечка. Да, конечно, текстурки говно. Текстурки говно. Ну ладно. Не суть, что называется. Who the fuck are you? Where's Gaspar? Who am I? I work for Mr. Gomez. I handle his security. Look like you need to upgrade. Так, его надо замочить, что ли, блядь? Так, target, caps, punch, spas. Вручную, что мне его мочить надо будет, блядь? Или чё? Давай, блядь. На, сука, блядь. Уёбок, блядь. Чё, его нельзя выкинуть туда, блядь? Через перила перекинуть. А, можно. Заебца. Adios, amigo.
Так, ну я так понимаю, сейчас нужно будет выбраться из этого здания. Вон, ты смотри, вертолеты у нас здесь прям. Ну реально GTA. Только я бы сказал, даже еще более охуенная, чем простая GTA. Так, что-то у нас здесь. Дайте мне пушку какую-нибудь, блять. У меня есть что-нибудь? А, есть, смотри. Кто там у нас, блядь? Давай, нахуй, по одному, блядь. Ладно, возьмем сейчас аптечку на всякий случай. Что-то уж они палят слишком сильно. По пути подбираем различного рода вооружение, деньги, наркоту и так далее. Знаем вертолет там. Я не знаю, нужно ли его уничтожать или нет. Наверное, можно хуй забить. Так, мне бы сейчас найти еще выход отсюда, блядь. Что-то я по кругу бегаю. Туда-то можно? Не, нельзя. Fucking motherfucker. Я еще даже режим рейджа не использовал ни разу в этой миссии. Хотя он у меня полный, я могу в любой момент заебашить им, блядь. Что-то я нерационально как-то, блядь, использую свою жизнь. Трачу, то есть... Так, там внизу будет аптечка. Ладно, наверное, туда надо сначала. Блять, а. Становится непросто. Так, где аптечка-то, не пойму. Вон она там. Главное добежать, успеть. Беги, беги, лес, беги. И здесь что? Хорошо то, что аптечка на фулу восстанавливает здоровье. Не то, что в драйвере третьем, блять. На одну 25-ю, блять. Так. Так, где выход-то? А, сюда что? Там вертолет у нас. Не знаю, можно ли его ёбнуть или нет. Ладно, сейчас на лифте спустимся. Так, блядь, не дают мне расслабиться абсолютно. Так. Пока что не жалеем жизни. Не знаю, может это опрометчиво, конечно же. Ну ладно, там я вижу еще одну аптечку, поэтому можно в наглую идти. Абсолютно похуй. О! Так, ну все что ли? Выбрались? Что нам сделать-то, блядь, я не понял. Как-то здесь можно карту... А, во. Так, а, нам нужно куда-то сюда еще, вниз, блядь. Вот здесь я понимаю, что вниз нужно идти. Не то, что в третьем драйвере, блядь. Здесь вот стрелочка вниз об этом говорит. Только вот как туда попасть, этот низ? А, вон, на парковку, короче. Наверное, угнать надо что-то. Давай, перезаряжай, Рич. Yes. I still alive. Ебать ты, сука. Курасон, блядь, испанцы, что ли, нахуй? Так. А, ну вот, нужно угнать газельку, ёпт.
броневичок. Давай, садись, бля. Погнали. Это нужно домой, я так понимаю, увезти. Вот эту вот хрень. Пошел нахуй отсюда, блядь. С дороги тут у нас, опять-таки, непростая миссия. Вот насколько уже охуенный геймплей здесь, да, что в отличие от третьего драйвера, в самой первой миссии здесь вот такая вот уже оживленная... оживленный экшен, так скажем. Так, достигли. Кто там стреляет-то все? Угомонисты, нахуй. Че, охуел, что ли, совсем, блин? Вот сука. А, с вертолета он палит, блядь. Я здесь как бы заблокирован. В неволе, можно так сказать. На этом мосту. Никуда мне не скрыться от вертолета. Разве что маневрировать могу. Не знаю, помогает это или нет. Мне бы посмотреть карту бы, конечно. Куда там, блядь? Где я? Так, вот он, я врагами окруженный. Едем по прямой. И... а, это к банку нужно, короче говоря. Ну, понятно. Понятно все. Погнали. Не знаю, хватит ли мне жизни или не хватит. Но... игра мне это определенно нравится. Определенно. В отличие от убогого драйвера, опять-таки, в который раз я уже говорю. Так, все, отстали, что ли, от меня? Да неужели? Это столько нужно было телодвижений сделать ради того, чтобы спиздить инкассаторскую машину эту, блядь. Так, куда? Так, направо. Все. Так, здесь у нас счет можно открыть будет в банке. Я так понимаю. Насколько я помню, опять же. Так, съебались нахуй отсюда, бля. Иди в пизду, бля. Пошла нахуй, go to fuck up, бля, бич. Сука. А, нам сюда. Ладно, окей. Извините, блядь. Так, как поговорить-то, бля? And I'd like to talk to my manager, Jerry. Mr. Montana. Oh. What's the matter? You seen a ghost? Well, no. Jerry will be pleased to see you, Mr. Montana. Mr. Montana is on his way up to see you. Джерри какой-то, блядь, ну я так понимаю, крупная сумма, которую он хочет, а это самое, обналичить, да? Достаточно, поэтому нужно связаться с менеджером. А где ваш ебаный менеджер здесь, блядь? Сбербанк с Саной, блядь. Так. А, вот сюда. Где менеджер, сука? Hello, Jerry. Tony. It's good to see you. Так, ну чё там? А, ну всё. Походу, теперь можно обналичить всё это дело. Связи, как всегда, зарешали. Так. А, здесь опять-таки уговаривать нужно, блядь. Какой процент, под какой процент положительно, да? Ну, давай попробуем, давай, блядь. На, нахуй, охуенчик просто. Все. Отмыли мы бабосик, охуенчик. Так,
Ну, на этом, походу, мы закончим. Всем спасибо за внимание. Всем до связи.